А, понимаю, кто такой дебил. Ой, деревья. Какой дебил магнит? Деревья. Ну то дерево. Какой дебил магнит прозвал? Я и так. А чё это у тебя за машина, что ты с Макларена в один едешь? У него Рихтимер Дэд. Да, у тебя Мазда вроде бы. У него А-классовая Мазда. Это что за фигня? Это почему ты наравне с Макларен едешь? Нифига ты ну потому что у него руки не жопы. Наверное. Ну у меня да, руки жопы. Не отрицаю. Пацаны, а можно вопрос? У вас сколько процентов? Вот сколько ну было на 30? Не, ну мой маг тоже. У вас сколько? Погодите вы. У вас сколько было процентов на 30? Ну время на 30%. А, на 30%? Он не следил. Ну, у меня сейчас 40% и 2 минуты 44. Тварь! Я не догоню все, в любом случае все. Ой, я тебя хотел... Я все думал, что я тебя по синхронизации, типа, обгоню хоть кого-нибудь, типа, не от тебя, слышите? Ты можешь карту во время гонки открыть и ее это уменьшить. Я, короче, там прислали сообщение, я его на телефоне начал открывать, короче, врелся в уголок, в ноль. А зачем ты ну, открываешь сообщение? Не, типа в Дискорде с телефона начал открывать, и типа 300 в ноль шатался, типа в уголок и все, в ноль. А, правда. Ну понятно. Ничего ты вообще со мной рядом едешь, у тебя А-класс, у меня С-класс. Не, ну а чё бы нет? Пипец. Не, я понимаю, что... Не, ну, наверное, он просто, ну, играет, как бы, не так уж... А, надо читы ему убрать, это 100%. Нет, просто у него нету... Это просто дрифт-трейнер включить на управляемость, и всё. Погоди, Криста. А знаешь, не включайте дрифт-трейнер во время гонки, я 1000 раз включал дрифт-трейнер во время гонки, мне не забанили. Я поехал по левой стороне, сейчас я врежусь в стол. Ну потому понятно, что у меня этот ебучий редукс, блядь! Ну, просто у вас сколько было... О, ты тоже врезался? А, нет. А сколько было время на переезде в Лезвом? Да ты офигел, я скажу, конечно, не по... Я поехал не по той стороне, блин. Ладно, сейчас... Во сколько времени на этих колечках? Сколько времени у вас на этих колечках? На этих колечках 4.40. Я уже выехал из него. Давай, газ. Так, плевать. Все, жмем микро, все, газ по вас. Газ по вас. Плевать, я на капле. 435 на смак. Газ по вас, блять. У меня 400. Нет. У меня 335 без микро. Давай, газ по вас. Так. Ну я походу тебя не догоню. Погоди, я запейлился, блин, на этой хрени. Отвлекся. Выезд. На карту. Вылет. Гаспалат. Что, мне плевать, я жму микро, все. Ну нахер. Я на капле. Я на капле, мне можно. Ну блин, ну ебаный трафик. Да еще и две машины. А, понимаю. Дерево. Дерево в ноль. Лучшее время круга минута 52. Поехал. Ну ты, блять, вообще, сука, гонщик нелегальный. Анальный. А что, уже вечер, да, в игре? А, да. Да. А если будет ночь, то у меня пизда. Я знаю, поэтому... Да, я еду. Ой. Ой. Хватит пердеть. Что это было? Что с тобой происходит? Короче, я такой это пытаюсь, ну я пропустил срезку, ну короче специально. Потом я хотел заехать на срезку, но я решил потом ее пропустить. Я потом врезался
У нас резкий, блин. И это, да. И он в меня врезался. Возможно, было бы все нормально, если бы я не включил таран. Занесло. Кто там на два смотрел? В смысле ты покинул группу? А я сейчас, зайду. Да, и всех. Я во второй. Я первый. Да ладно. 3 секунды. Да ты издеваешься. На капе А класса обогнать, я пойду на С класса, который 8 метров вызвал. А я слышу. Все, я взял это. Нет. Другой Макларен. Теперь у него получше. Ну, блин, скорость. Похоже, гонка Макларен у нас будет. Давай, добавляй меня. Сейчас, добавляю. Нет, самое забавное. Вот, короче, твой Макларен у нас первый диски. Скотч вместо резины. Скотч вместо резины. Угу, одобряю. Так, оскорблением Макларена. Не по кнопке сделал, теперь все будет зашибись. Давайте уже на ваш выбор. Ну, куда закидывайте. Так, гонка или погоня? Гонка. У меня на гонку. Гонка. Какую бы гонку взять? Мы его в задницу. А где там без трафика? Давайте круговые. Типа, зеленая. Стоп. Дерево в ноль. Так. Мне вот, типа, зеленая палочка, да? Да. Вот, я еле нашел эту фигню. Так, все. Все. Четверо. О, да. Ничего себе. 4 км. Блин, да, опять. 4 км. Опять никто, ну, никого нету. Вильмо, все тут, все тут. А, ну тогда это у меня багует. У всех багует обычно. Сила нитра, сила нитра. Ага. Сокровища каждый день. Скоро у меня BMW от этих сокровищ будет. А давайте без бустов, чисто на скеле. Давай. А, да, ну зачем ты тогда бусты ставил? Быстрый старт можно? Призрак и готовность. Ой. А я видел, почему-то полетел один. А, да. Я в загрузке. Не, ну короче. Ты в загрузке. Мы уже полетели. А я стартанул только что сейчас. Сам где, Вася? Ой, блин, я зря притормозил. Ну ладно, все равно нормально. А тут все равно трафика нет. Зачем ты магнит делаешь? Да. Ай, вы же без бустов, пацаны. Вы что так угоняете? Я без бустов как бы еду. Фига вы жесткие. Стоп, призвался. Ой, прости, я сбросил фигню. Ты чё, бомжара, блин? Да ты чё, блин? Вася, мне там самое забавное. Господа, ты видел, кому там видишь? Призрак. Заняться. Эй, там где едешь, Вася? А, в смысле, а чё вы призрака вырубаете? Ведь без бонусов. А почему? Так, потому что призрак-то по факту не бонусы, чисто. Чисто призрак это призрак. Типа, раньше он. Призрак это призрак, это не бонус. Ой, блядь. А я если я должен. Использую нитро, будет видно, что я использую да. Нитро? Да. А, ничего. Да. А? Да. Будет. Да. А там в конце в таблице же вроде бы показывается. Да. А, ну понятно. Да, обычно. Да, такой наводишь там 10 раз. И то, блин, не толкайся. А кто впереди меня едет? Я вижу, пацаны.
Я вижу армию. Я вижу двух людей. А я вижу впереди двух людей, я вас загоняю бочком в повороте. Я вон на бездумно. Ты чё, с бонусами? Ты чё, пока? Я нитро. Я видел нитро. Видел средства. Я без бонусов еду, ты чё, с бонусами едешь? А кто? Погоди, а кто нитро прожал, прям был свет такой нитро? А это был не я. Краткая. Это не я был. Это 100% не я. Это, но мы потом рекорд. Посмотрим на таблице, кто там врубил нитро. Террас. Я, кстати, тоже за ним врубил нитро, но это было нитро. Пацаны, эти пацаны лавки, они даже без нитро, они... Ладно. Просто впечатал стенку кого-то. Кстати, я могу сейчас быть в три. Ой, блин, я не посмотрел, кто там что юзал. Сука. Да. Итак, офига ли ты третий, я же с тобой поехал. Потому что я второй. Ля. Ну понятно, кто там нитро использовал. Да, это смердят. Ну ведь я же нитро не использовал. Да нет, не ты, а четвертое место. Слушайте, пацаны, кстати, пацаны, а почему 4 километра и она такая долгая была гонка? А, да, ну не знаю, а 27 км это недолго? Долго, но это что-то слишком долго было. Не, ну ходишь 27 км опять будем. Знаешь, у меня есть идея другая. Блядь, я случайно телепортнулся. Погоди, а вот... Есть идея хайвея, нет, да? Давайте есть. Скилловые. Есть хайвей. Давайте спынту. Ой, блин. Я уже не туда зашел. Ой, господи, зачем? Ну я тут сдуюсь. Ого. Я еле попал. Бывает, что отсчет. Блять, отлично. Я уже. Бывает, что отсчет. Он лагает и не все цифры показываются. Но я в тайминг могу попадать. Пидорас. Пидорасина. Не, ну ты рукожоп года. Да. Я сейчас, блядь, тебя рукожопом назову. Хочешь? Стоишь, не надо мне. Ах ты, блядь, это бесконтактная, сука. Ах ты, блин. Тебе повезло. Ах ты, какая. Я рукожоп. Зачем ты там поехал? Не знаю. Ты типа задаешь себе точно такой же вопрос, да? Да. Вообще, зачем там эту резку сделали, а? Не знаю. Она же беспонтовая. Я вижу тебя. Я вижу за тобой. Не, ну есть. Ебучие шлагбауны, блядь. Там камикадзе все норм, блин, там он едет не спеша, блин. Да, у камикадзе все норм. Его сейчас догонят. Нет, ты его не догонят. Да что за хуйня? Что меня откидывает? Это я тебя откидываю. Ой, блядь. Все, я доехал до него. Ну, все понятно. Это круг. Ладно, я сейчас... Я удивлюсь, если победит камикадзе, а не... Ну, голда. Хотя он даже новых ракан. Блядь! Да, забрал. Сука, до свидания. Это мои друзья с боем стоят. Блин, кажись, я пойду сейчас и отойду. Не знаю, на чащик может.
Ну давай, давай, разгоняйся уже. Тебя там каким-то гонит. О, здрасте. А, нет. Не, ну я прям под конец игры вас так дал. Сколько у вас там? Ничего себе! Не, ну короче. Короче, спасибо за такие заезды, так что...